Ремонт дороги на улице Преображенской вышел на финальный этап. Осталось только провести работы на пересечении с Пантелеймоновской. Здесь полностью меняют коммуникации, укрепляют аварийный коллектор, который установили еще в 19 столетии. Затем положат новый бетон и трамвайные рельсы. Перекресток обещают открыть до 20 марта, но с оговоркой, если не вмешается Небесная канцелярия. Собственно, тогда и должно возобновиться трамвайное движение на этом участке. Перекриття до 20 березня. Роботи ведуться в дві зміни. Тобто ми перевіряємо, дійсно працюють дві зміни. Якщо нам дозволить погода і не буде більше сюрпризів, як це було з колектором, то плануємо завершити в строк. Але ж, знову ж таки, краще якісно виконати роботи і повністю їх завершити, чим поторопитися. Напомню, что подряд на выполнение работ выиграла компания «Ростдорстрой». Гарантийный срок – 10 лет. Смета на сегодняшний день составляет 90 миллионов гривен. Но учитывая случайно обнаруженный старый коллектор, возведение остановки в венском стиле и увеличение тротуара на 2 метра, эта сумма увеличится. Насколько именно, в профильном управлении мэрии пока сказать не готовы.